Всем привет, меня зовут Дискоданцер Рунь, и в этом видео вы узнаете, как сделать кисти в Adobe Photoshop, как было по стар. Ну, то есть не вот такие вот штуки, которые растянуты по всему, либо как-то в папках они лежат. Ну, то есть это мне, допустим, неудобно. Я когда перешел на новую версию, я заметил такую особенность, и я не мог понять, как же это исправить. Сегодня я вам расскажу, как это сделать. В общем, первое, что вам нужно сделать, запустить Photoshop, нажать кнопочку B и открыть ваши кисти. И в появившемся окне снять галочку со всех пунктов, кроме brush тип. Это по-русски вроде кончик кисти называется, у меня просто английская версия. И вид ваших кистей приобретет тот старый вид, который у вас был на старой версии Photoshop. Единственный момент, что вы еще можете ползунком увеличить их размер, либо уменьшить, ну то есть саму превьюшку. Однако у нас еще остается одна проблема. При добавлении кистей у нас появляется такая омерзительная папка, в которой у нас находится кисти, и в которой лазить постоянно неудобно. Ну а так, чтобы она существовала в коллекции наших кистей, мне вот допустим неудобно. Поэтому мы берем, зажимаем Shift и выделяем все кисти, которые находятся в этой папке. Потом просто берем и левой кнопкой их перетаскиваем наверх. И как вы видите, они вставляются именно туда, куда вам нужно. То есть вы можете в любое место их перенести. Ну а потом вы удаляете эту богомерзкую папку путем нажатия правой кнопкой и выбора Delete Group. И все, и она исчезает. То есть кисти у вас остаются, получается, как бы создается папка и туда закидываются кисти. Вам их нужно оттуда вытащить и удалить эту папку. И все у вас становится так, как и прежде. Я надеюсь, что вам помог этот способ разобраться с вашими кистями. Если помог, обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться. Ну а также порекомендовать это видео своим друзьям и знакомым. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Дискоданцер Рунь, всем пока!